Всем привет, с вами Елена Малинкин. Я хочу поздравить всех вас с новым 2014 годом, годом лошади, по-моему, и пожелать вам всего самого-самого наилучшего в этом новом году. Пожелать, не знаю, радостных салютов, веселья, настроения, и пусть все ваши мечты обязательно сбудутся в этом году. Еще я вас всех очень сильно-сильно-пресильно люблю и желаю просто, не знаю, неимоверного счастья в этом новом году. А также хочу сообщить, что я уезжаю в Казань сегодня, 1 января, до 5, и там я буду снимать огромный влог про достопримечательности, про саму Казань, пройдемся по главным улицам, тех, кто не был в Казани, и думаю, вам понравится, он будет очень длинный. Пока-пока, всех с Новым годом еще раз!